Просування бренду на ринку та тренди маркетингу. Про це і не тільки говорили під час юридичного бізнес-форуму в Одесі. Учасники – представники провідних юридичних фірм країни. Поділилися досвідом у веденні своєї компанії. Это очень важно для людей, которые для юристов в первую очередь, не только для бизнесменов, но и для юристов, которые собираются работать в юридической сфере параллельно со сферой бизнеса. Бизнес-компании заинтересованы в том, чтобы юридические компании предоставляли им правовую помощь, при этом зная тренды бизнес-рынка. Очень важно о философии компании, когда все прозрачно, все понятно. Очень важно, чтобы каждый человек знал свой рост, знал, как ему правильно расти, и чтобы он ценил компанию как свою семью. Если он будет расти в ней как в семье, компания будет только процветать. У форумі взяли участь юридичні компанії Одеси і всієї України, які працюють, зокрема, і в напрямках бізнесу.